Конкурсная часть российского цеха креативных индустрий «Город А» завершилась грандиозным шоу под открытым небом. Лыжный стадион превратился в площадку для воплощения самых дерзких идей творческой молодежи со всей России. Победители региональных отборочных состязаний привезли в Красногорск номера презентации своих городов. Подмосковье всегда открыто для креативных, крутых и талантливых ребят, ребят, которые умеют работать в команде, потому что, как говорит наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, если за дело берется команда, то успех обязательно будет. Когда это зародилось 5 лет назад, а сегодня уже юбилейная история, и более того, когда в этом охвачены все точки нашей любимой матушки России, и это все происходит в Красногорске, для нас это, во-первых, почетно, ответственно, но и самое главное, мы прекрасно понимаем, что нужно еще идти дальше, потому что молодежное движение, оно всегда нас подталкивает к тому, чтобы задумываться еще о большем, еще о многом. За звание «Самый креативный» в творческий бой вступили 6 команд. Московскую область представили Дмитров и Латышино. Также на сцену вышли участники из Астрахани, Иваново, Ярославля и Ямало-Ненецкого автономного округа. Молодые и деятельные в рамках своих театрализованных постановок поведали о достижениях своих городов. При этом каждый номер включал в себя разные виды искусств – танцы, вокал, актерское мастерство, изобразительное искусство и компьютерную графику. Главная тема проекта в этом году – «Твое время». Мир меняется, меняется мышление, меняются запросы, меняются ожидания, в том числе, в первую очередь, от молодежи. Потому что молодежь как-то быстрее адаптируется к новым обстоятельствам. И, вы знаете, мне кажется, за эти полгода какой-то такой скачок произошел, скачок во внимании, фантазии молодых людей. И, конечно, мы постарались вот синтезировать. Члены жюри оценивали замысел каждого номера, его выразительность, оригинальность и соответствие теме. Конкурс в этом году посвящен Году культурного наследия народов России. В нашем номере мы собрали, ну, пожалуй, самые лучшие творческие коллективы нашего городского округа. Ну, пытались показать с самой лучшей стороны культуру нашей молодежи. У нас в нашем районе много художников, и мы пытались таким образом отобразить это в нашем номере. Творческие находки ребят из Латышино члены жюри оценили высшим баллом и присудили команде заслуженный гран-при. В честь победителей небо над стадионом раскрасили залпы яркого салюта. А подарком для всех гостей праздника стал молодежный опен-эйр с участием популярных артистов.